представляете, купила в фикс-прайсе такие штучки. А мне продали прямо вот с этими штуками. Хорошо, сейчас вот залезла, увидела. Реально. Сейчас уже пошла, собралась нести маме, отнести, чтобы она их померила. Один мне, зелененький, наверное, серенький ей. Блин, а придется второй раз сейчас идти. Не знаю, вот этот еще может как-то сняться. А вот этот вот вообще. Как, не знаю, их магнитом снимают, что ли? Я была 100% уверена, что она их снимет. Она просто пробила, и как и я, главное, прошла. Ничего не запищала. Может, и запищала даже, я даже не знаю. Они их магнитом как-то снимают, наверное, да? Вообще, кошмар. Еще заново идти придется. Нет, представляете, я сама их сняла. Ну, тут, конечно, это острое. Магнитик взяла. Вот сюда. Одна тут нормально снялась, а вот какая-то не очень хорошо снялась. И осталась. Ну, теперь я уже их, наверное, туда не понесу, а то скажут, вы своровали их. Что-нибудь в этом роде. Ну, там внутри просто магнит находится. И что-нибудь, наверное, еще находится. Интересно. Ну, ладно, что, пусть лежат теперь. Будем играть. Вот так вот и появляются. Охранник придет. Какой тюльпанчик, смотрите, огромный. Он гигантский. А там ирисы. Ирисы. Прошла, не заметила даже. А здесь сирень. У нас май. 15 мая. О, уже сирень. Ну да, вообще-то в прошлом году, 15 мая, уже все цвело тоже. Ой, как сирень пахнет обалденно. Распускается. Пару деньков, и уже будут ее везде продавать уже. Куда-то мы с Димой, всем привет, с вами канал Артмани, забрели. Тут двор, там вообще какая-то как комната непонятная. Тут какое-то строение. Все как-то не пойми куда. Куда мы забрели, не пойми. Первое, здесь арка вообще должна быть где-то. Трактор, что ли? А ее нету. Всегда была. Тут ба. Зря мы здесь пошли с тобой. Там, вот, я знаю, детский сад вроде как находится. Там вообще лестница, да, он там. А, вон она лестница. Ба, убитая какая лестница, кошмар. Здесь что? А, ну вот более-менее. А то прям прошли по такому какой-то ощущение было, как будто мы где-то вообще находимся на окраине. Хотя это центр Самары и прям вообще находится. Здесь все рядышком. Сейчас там вот он. Здесь вообще он какой-то, а тут парк. А, получается, с той стороны дорога, и с этой. Дима, не убегай! Дима! Ну, сказано тебе. Здесь, смотрите, площадочка какая хорошая, как в деревне. Одуванчики вон там. Прям одуванчики такие. Старенькие, хотя находится в центре. Прям вон дом строится. Здесь вон проезжая часть там. Здесь дома вон. Почти, ну, центр. До Волги тут вообще прям метров 200-300, наверное, так вот, не знаю. Там дом строится, наверное. А вот мне, знаете, пока мы шли с Димой, Дима говорит, а эти дома старые? Я говорю, нет, новые. И у меня пришла идея, ну, вернее, мысль. А как эти дома потом будут сносить? Ну, когда они станут старенькие, да? То есть их вот настраивают очень много. По кирпичикам, что ли, разбирать? Рядом будет здесь еще стоять, еще и еще. Они там не так вот, ну, будут далеко, как вот эти вот. Да, да, катайся, катайся. У нас с тобой, мы опять рано пришли. Времени опять много. Аккуратненько, Дим. Какая красота, смотрите. Вот машина вроде не ездит, а дома шумно как вообще. Кошмар. Кошмар. Ой, какая, смотрите, красота. Такой фонтан. Красиво. Не надо убегать. И здесь тоже. Ну,
Конечно, тут собаки пищут. Какие они в цвету, смотри. Ой. Смотри, пахнут они? Пахнут? Не ходи туда далеко. Ой, когда она прям запах такой у нее. Дима, иди сюда. Вы меня, наверное, спросите, где я беру столько палок. Вот так вот, посередине. Большие поляночки. Наташа стоит и собирает палки. Сейчас буду складывать пакет, все. И пойду дальше искать. Люди проходят, конечно, смотрят на меня странно. Но пока еще никто не подошел, не спросил: девушка, вы что тут делаете? Палочки собираю. Зачем вам? Для творчества. Где их еще взять? Вот так. Все в пуху просто. Смотрите, его полно. Уже недели 2-3, наверное, летает. Просто вон кругом. Ветер дунул, он как взлетел. Как полетел. Даже тут вон. Все белое. Все белое. Как в детстве мы поджигали с вами. Помните? Точно так же.